Навруз байрамингиз муборак болсун. Навруз байрамыңызды кутлы, муборак болсун. Навруз омаду, олай хушранг барамат. Навруз омаду, рузи пируз омад. Навруз муборак В Самаре, как и по всей России, Навруз традиционно отмечают казахи, узбеки, азербайджанцы, киргизы, таджики, туркмены и другие народы. Навруз – это главный праздник в году у многих народов Азии, отмечаемый уже более 5000 лет. Празднование имеет языческие корни. Это праздник поклонения природе. Он отмечается в день весеннего равноденствия. С Наврузом связано очень много народных традиций и обычаев. Это праздник дружбы и добра. Этот праздник объединяет все нации и народности. Поэтому мы считаем, что это самый главный наш праздник. Праздник начался с выставки декоративно-прикладного творчества, расположенной в фойе, и танцев под звуки национальных музыкальных инструментов, от которых в пляс спускались не только участники концертной программы, но и зрители. Ну, теперь, как говорится, на самарской земле мы чтим это все. И это является каждый раз другие национальные культурные центры, когда все это проводят. Естественно, это происходит, что взаимоотношение культур дает импульс для эволюционного развития человека. Праздничный концерт открыло яркое театрализованное представление в национальных костюмах. Выход музыкантов с карнаем. Это традиционный восточный духовой инструмент, звуки которого всегда открывают празднество. Красочное зрелищное выступление подарило зрителям восторг и восхищение от увиденного. Особенность этого праздника и его проведение в городском округе Самара заключается в том, что мы традиционно приглашаем на него представителей всех народов, которые традиционно празднуют Навруз. Очень приятно видеть, что праздник, который организован в нашем городском округе Самара, здесь в гостеприимном зале ДК «Заря», стал центром притяжения для коллективов не только базирующихся в городском округе Самара, но и в Самарской области, и даже коллективов, которые находятся за его пределами. С 2011 года Навруз в Самарской области отмечается как межнациональный праздник и собирает каждый год множество друзей. Да здравствует Навруз! Праздник добра, любви, счастья и новой жизни. Навруз мирамы, кто болсын! Елена Чернявская, Николай Епифанов. События.